Мы можем многого добиться, если объединимся вместе, и это касается в том числе и вас. Не так много народу, просто здесь постоим пообщаемся, и каждый выскажет свое мнение. В принципе, сам факт того, что... Потому что нам не дадут собраться, серьезно. Они сейчас вот продержат там еще 2 часа. Просто митинг санкционирован до полвторого, и полвторого нам привезут оборудование, когда уже... Организатор, он говорит, что его задержали, что попросили дать объяснение, что аппаратуру задерживают. И все сводится к тому, что просто митинг не будет в полной мере организован, как это, возможно, организатор планировал. Начало митинга, не дать нам основательно подготовиться, заполнить площадь с флагами. У нас рассудительно. Не видеть во всем только либо белое, либо черное. Попробуйте увидеть серо. То есть не быть однозначно, то есть каким-то максималистом. Старшему поколению, скажем так, и мне в том числе, совок из себя тяжело вытравить. И очень приятно, что молодежи. Большое спасибо за внимание.